Так, тема сегодняшней лекции – письмо. А эпиграфом к нашей лекции послужит четверостишие из стихотворения Ивана Бунина «Слова». Молчат гробницы, мумии и кости, лишь слову жизнь дана. Из древней тьмы на мировом погосте звучат лишь письмена. Слова Бунина очень значимы, весомы, и мы сейчас, используя этот текст Бунина и графический органайзер «Рыбий скелет», попробуем с вами установить, что же такое письмо. Давайте ему точную формулировку. Итак, внимание, работаем. Значит, первый вопрос. Что представляет собой письмо? Как вы думаете? Маргиз, пожалуйста. Письмо – это специальные знаки. Да, верно. Действительно, письмо – это какие-то буквы, какие-то символы, с помощью которых мы что-то там обозначаем. Специальные знаки. Хорошо. Для чего необходимо письмо? Для чего необходимо письмо? Кристина, пожалуйста. Письмо является одним из важных средств коммуникации. Правильно. Проходите. Пишите. А что такое коммуникация? Общение. Общение. Да, общение. Нам письмо нужно для чего? Для того, чтобы получить общаться друг с другом. Да. Для общения. Средства коммуникации. Хорошо. И третий вопрос. В каких ситуациях используется письмо? В каких ситуациях используется письмо? Айсултан, пожалуйста. С помощью письма можно наиболее полно передать информацию во времени и пространстве. Да, действительно. Мы общаемся с вами не только вот сиюминутно, да? Вот сейчас я могу о чем-то сказать вам, но и в пространстве. То есть информация передается от кого? От предков, например, да, потомкам, ведь до нас дошли рукописи 5 века до нашей эры, 1 века нашей эры и так далее, а все это сделано именно при помощи письма. Поэтому это очень важное средство общения. И вообще в письме есть нечто сакральное, да, священное. Недаром те люди, которые были грамотными, всегда были в особом почете во всех государствах. Ну и теперь смотрите, мы поставили три вопроса. Во главе у нас стоит термин «письмо», да, во главе нашего рыбьего скелета. И эти три ответа на наши вопросы позволят нам теперь вкратце сформулировать, что же такое письмо. Ну хотя бы так, своими словами, в сыром виде. Кто может сказать, что такое письмо? Ну, Астани. Ну, Гузаль, пожалуйста. Письмо – это специальные знаки, которые являются средством общения, коммуникации, с помощью которых передается информация. Хорошо. То есть мы прямо сформулировали термин письма по трем пунктам из косточек нашего рыбьего скелета. Записываем. Коротко, да, записываем? Вы пока не пишите, вы запишите все-таки такую точную формулировку. Пока то, что вы, как вы себе представляете, что такое письмо. Специальные знаки. Говорите, Гузаль. Специальные знаки, которые являются средством общения, с помощью которых... Во времени просто коротко. С помощью которых передается информация во времени и в пространстве. Передается информация во времени и в пространстве. Ну, это так мы для себя. А теперь посмотрим, а какова же академическая формулировка того, что представляет собой письмо. Я взяла формулировку по учебнику «Введение в языкознание» Кодухова. Вот. Письмо. Кто прочтет? Кристина. Письмо – это система начертательных знаков, используемая для фиксации звуковой речи, с целью общения на расстоянии и во времени. И во времени. Хорошо. И термин письмо вообще-то, слово письмо является многозначным. И мы в своем быту используем письмо как то, что мы на месте пытаемся передать от одного информанта другому информанту. Поэтому мы сейчас запишем строгое разграничение между двумя терминами письмо и письменность. Письменность – это совокупность рукописных и печатных произведений, документов, выполненных при помощи того или иного письма. И теперь мы видим, записывайте, что такое письмо и что такое письменность. Мы видим разницу между этими двумя понятиями. Письмо – это сама система знаков, а письменность –
Это что? Самоплатность. Это продукт, да? То, что выполняется при помощи того или иного письма. Записывайте пока. Записали? Угу. Мировое письмо прошло очень длительный путь развития. И в этом пути развития мы выделяем три основных этапа и, соответственно, три типа письма. Самым древним это пиктография, идеография и фонография. Самым древним типом письма является пиктография. Термин пиктография от греческого пиктус нарисованный, графу, ну все вы знаете вторую часть, графу значит пишу, да? И поэтому в переводе это означает рисуночное письмо. То есть письмо при помощи рисунков, когда сообщение передается картинками какими-то. Но эти картинки могут обозначать самую разную, передавать самую разную информацию. Но наиболее часто, например, охота или там встреча старейшин племени, рыбная ловля и так далее. То есть какие-то моменты, которые наиболее значимы были для древнего человека. Ну, примерами пиктографии является рисуночное письмо на скалах, так называемая наскальная живопись. Смотрите. Здесь изображена сцена охоты, да? Мы видим охотников со стрелами, которые охотятся на оленей. Ну, обычно в таких, кстати, надписи, выполненные при помощи пиктографии, называются пиктограммами. Запишите. Пиктограмма – это надпись, сделанная при помощи пиктографии. Пиктограмма – надпись, выполненная при помощи пиктографии. И на таких рисунках, вот если изображали, например, сцену охоты, какие-то животные закрашивались краской, а какие-то животные, например, оставались, часто так бывало, не закрашенными. Это значит, что именно такое животное было убито, или столько-то животных было убито в ходе охоты. Или же все животные, например, изображались бегущими, а одно животное, например, лежащим, или в перевернутом виде. Это значит, поймали или удалось добыть одно или два животных. Ну, чтобы понять преимущества и недостатки пиктографии, мы должны с вами сейчас посмотреть один интересный отрывок из мультфильма, поставленного по сказке Рейдерда Киплинга, как было написано первое письмо. Сейчас вы посмотрите отрывок, небольшой отрывок из этого мультфильма и увидите, какие преимущества у пиктографии и какие недостатки. А мы все это потом отобразим в виде Т-схемы. Значит, вы у себя в тетради должны разграфить, разделить тетрадку пополам. С одной стороны написать плюс нашей Т-схемы, со второй стороны написать минус. Плюс будете вписывать положительные черты пиктографии, а в минус те черты, которые посчитаете отрицательными, потому что есть и преимущества, и недостатки этого письма. Включайте, пожалуйста. Смотри, сказала Дарья, не дойдешь до двух деревьев, вот и там. Потом
этот... Ну вот, небольшой отрывок из мультфильма, из которого вы поняли, наверное, что потребовалась девушке помощь, да, принести копье. Она нарисовала рисунок, как она его понимала. Потом мы видели, как понял это письмо незнакомец, а потом, как поняла это письмо мама девочки. И вы представляете, что потом случилось с этим незнакомцем. Ну, наша задача была выявить положительные и отрицательные стороны пользования пиктографией. Ну вот, будем в разброску, наверное, да, кто что нашел. Кто может? Пожалуйста. Это тип письма, там можно отметить выражение, в особенности звучащие речи, поэтому мы это отнесем к отрицательной стороне. Надо написать «не отражает», да? «Не отражает», в особенности звучащие речи. Ведь рисунок этот мог нарисовать и китаец, и француз, и индеец, да, например. Поэтому действительно это минус, потому что не каждый язык можно отразить. Так, еще что? А есть плюс положительная сторона, то, что пиктография не связана с формами языка, является удобным средством общения разновременных. Да, то есть вот тот минус, который мы отметили, может обернуться и положительной стороной, правильно? Любой человек, говорящий на любом языке, может понять то, что написано. Да, мы не слышим, мы не можем воспроизвести, что именно он написал, но понять зато мы можем. Хорошо. Так, а давайте мы вот тут штрихи будем ставить каждый. Сколько по количеству? Ну, сколько получится. Угу. Там штрих поставьте, здесь следующий штрих. Плюс или минус, какой-то поставить. Так, еще какие вы заметили особенности, пожалуйста. Всякую пиктограмму можно легко и просто понять. Да, действительно. Вот что получилось у нас? Пишите, пожалуйста. Что у нас получилось с нашим письмом? Письмо девочки Таффи. Как поняли разные люди? Таффи? Интерпретировали. Ну, интерпретировали каждый по-своему. По-своему, да. И причем совершенно противоположным пониманием. Да? Да. Правильно понять. Хорошо. Еще. Еще, например. Таффи не требует запоминания знаков и не связано с обучением чтения и письма. Да, это плюс или минус? Я думаю, это положительно. Положительно, это, конечно. Не надо ничего учить, да? Запишите. Запишите, хорошо. Не надо, не требует запоминания, да? Можно так коротко написать. Не требует запоминания, не надо обучаться. Если сравнить с письмом других народов, то, особенно иероглифическим письмом, допустим, у китайцев, у японцев, там надо каждое, для каждого слова запоминать знак. Очень большая трудная работа. Еще, пожалуйста. Ну вот плюсом я считаю то, что пиктографии важно, не важно художественное достоинство рисунка, а важно узнаваемость ситуации и также схожесть объекта. Да, правильно. Это плюс или минус? Плюс, потому что если будет узнаваемая ситуация, то ее, то, что мы сейчас, конечно, сказали, интерпретировали по-разному, но если объект будет узнаваем, может, конечно, донести ту информацию, которую... То есть не обязательно быть хорошим художником, да? Да. Да? Не обязательно уметь красиво рисовать, не обязательно точно отображать, как выглядела мама Таффи. А вот она ее такой представила. Но понятно, что это вот ее взрослая женщина, что вот к ней адресовано это письмо. Хорошо. Еще что-нибудь? Заметили какой-нибудь еще? Особенность, пожалуйста. Ну, я считаю еще одним отрицательным моментом, что пиктография является примитивным письмом, достаточно примитивным, и оно используется, то есть в него входит круг понятий, которые достаточны лишь для человека, стоящего на самой низкой ступени развития. Правильно. То есть для нас, например, пиктография как... Запишите, пожалуйста. Uh-huh. Пиктография как особый тип письма неприемлема. Значит, употребляется только для обозначения каких-то простых, примитивных понятий. Я бы даже сказала конкретных, да, понятий. Да, можно да, ли да. изобразить при помощи пиктографии, например, какое-то чувство, дружба, например?
или любовь. Абстрактные понятия вообще не допустим. Что конкретное можно? Топор, рыба, пещера. Вот можно изобразить. Абстрактные понятия, а мы же с вами как часто используем именно абстрактные понятия, поэтому рисуночное письмо в нашей, садитесь, пожалуйста, в нашей жизни неприемлемо. Означает ли это, что мы вообще не пользуемся с вами пиктографией? Нигде. А мы используем элементы, да, пиктографии? Ну-ка, где кто может сказать? Дорожный знак. Вот, например, дорожный знак. Любой дорожный знак пиктограмма? Нет, не любой. Нет, есть диаграмма. Да. А есть еще и диаграмма, действительно. А какие вы можете дорожные знаки привести, которые действительно являются пиктограммами? Не курить. Да. Сигарета. Сигарета. Зачем? Ну, это не дорожный знак, но тем не менее знак. Да? Кирпич. Бегущие дети. Бегущие дети, да? Перебегающие дорогу. Животные. Да? Животное нарисованное. Хорошо. А еще помимо знаков, где еще вы встречали? Когда мы ведем переписку и смс-сообщение. Да. Даже в этом современнейшем виде общения к электронной письма, мы и то используем элементы пиктографии. Да и сам вот этот вордовский документ сверху, что мы видим? Да, вот эти значки, а они и смотрите, есть пиктограммы. Да? Покажите, пожалуйста, там у нас есть слайд с пиктограммой. Мы установили с вами, что пиктограмма — это тот вид письма, которым мы пользуемся и в настоящее время. Да? Смотрите, вы уже называли ряд примеров, которыми мы пользуемся, а здесь наглядные, посмотрите. Это вот знаки какие-то, знаки разрешительные или знаки запретительные. Ну, скажем, здесь перевод. Здесь это мастерская по очистке. Так, это, видимо, кафе. Здесь вот тот пример, который говорит, запрещено курить. Здесь запрещена стоянка в порту. Здесь запрещено выгуливать собак. Здесь, посмотрите, примеры на разные виды спорта. Пиктограмма. Мы видим элемент пиктограммы, но можем догадаться, что это баскетбол, скажем. А это волейбол, а это конный спорт и так далее. Здесь представлены другие виды спорта. Да. А здесь вот правила здорового образа жизни, например, представлены тоже в виде пиктограмм. Скажем, вот, заниматься спортом, да? Не курить, не принимать наркотики, не дай бог, не любить, радоваться жизни, соблюдать режим дня. Ну и, наконец, чтобы обобщить все полученные в ходе лекции знания, мы с вами должны нарисовать кластер. Кластер, который бы позволил понять, что же такое письмо и на какие виды письмо мы можем разделить. Объединить всю информацию, полученную вами. Я раздам вам вот листы, пожалуйста, по группам. Объедините свой полученный вам. И потом сравним, посмотрим, что же у нас получилось в итоге. Только я попрошу побыстрее. Побыстрее. Здесь вот эти пиктографы. Как это называется? Пиктографы письма. Вот. Диаграфия. А тут письмо. Фонография. И там как еще одно. Вот здесь фонография. Сейчас. Сюда вот он пиктограмма, 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 как знак, да? Да, как знак. Значит, с помощью рисунка. Отходит. Да, пиктография. Пиктография пойдет. Что еще? Письмо, например, да? Количество языка. Звуковой и слоговой, да? Звуковой не было. Буквенно-звуковой. Буквенно-звуковой и слоговой. Вот это слоговой. Поярче рисуйте, чтобы было видно, что слоговой пиктограмма тоже, да? А это вот буквенно-звуковой, это наша. Поторопитесь, пожалуйста.
Идеограмма, что ли, как знак? Да, это определение. Диктограмма или рисунок? Готов кто-нибудь? Да, мы готовы. Готовы, пожалуйста, представьте свой рисунок. Мы сейчас их прикрепим к доске и сравним, у кого же получилось более цельное представление. Наш класс, мы обозначили в центре не просто письмо, а типы мы разбирали в качестве типа письма. И у нас получился такой кластер следующего вида. К типам письма относятся, конечно, пиктография, затем звуковое письмо или фонография, и третий вид, который отходит, идеография. Ну хорошо, вот посмотрим, садитесь, посмотрим другие кластеры, сравним потом. Объясним? Ну давайте сразу объясним. Наш кластер тоже называется письмо по нашей сегодняшней теме. Виды письма – это пиктография, идеография и фонография. Единицы пиктографии являются пиктограммой или рисунок, как вы уже сказали. Единицами идеографии являются логограмма, фразеограмма и морфемограмма. Единицами, вернее, фонография подразделяется на два вида – это слоговая и буквенно-звуковая. Единицы слоговой фонографии являются силабемма, а единицы буквенно-звуковой – буква. Вот, замечательно. Садитесь. И вот срединная. Да. Срединный кластер. В середине мы поставили письмо, пиктография, идеография, фонография. Самая древняя – это пиктография. Отходит от нее пиктограмма. Вот эти рисуночки пиктограммы, которые мы используем. Фонография, звуковое письмо и буквенно-звуковое. Садитесь, хорошо. Ну и вот теперь мы уже можем судить о том, где полнее отображена. Все кластеры, в принципе, обрисовали основные положения темы письмо, но один из них все-таки более полный и более точный. Который? Третий, который представила нам Кристина. Да? А теперь давайте посмотрим более красочный вид подобного кластера. Вот смотрите, здесь в центре письмо. Действительно, пиктография, идеография, фонография со всеми их разновидностями, ну вот просто в более красочном изображении. На этом наша лекция заканчивается. Спасибо за внимание и участие.